Дорогие друзья, приветствую вас. Не успела я выложить видео от 5 февраля о покупке на 1367, если не ошибаюсь, рублей, как пришла новая покупка. И я решила снять видео, потому что эта покупка немного тематическая. То есть на носу у нас праздник, во вторник будет, сегодня воскресенье, то есть через день будет народный праздник. Праздник белого месяца, Сагалган по-бурятски. Это Новый год по лунному календарю. Итак, покупка на 1316 рублей. И что же у нас такого праздничного здесь имеется? Хлеб пшеничный. Ну, понятное дело, что здесь не только праздничное. Ну, в принципе, какой стол без хлеба? Так, 15.80. Майка Абсолют. Две штуки по 3 рубля. Вот они, майки. Так, дальше. Сельдь анчоусная собственного производства. Баночка 35 рублей. Так, на 35 рублей у нас такая баночка. 160 граммов. Так. Лук репчатый красный. Россия. 25 рублей за килограмм, здесь полкило, 516 грамм, 13,33. Вот лучок. Так, полкило это у нас 4 луковицы. И в магазине не было обычного лука, был только красный, ну, к счастью, недорогой. Так, морковь Бурятия по 22 рубля, и она такая резаная. Так, моркови у нас 600 граммов, 13,33. Масло сливочное крестьянское 34,20. Ну, какой праздник без масла. Так. Майонезный соус Версаль 30% жирности. Вот он. Здесь у нас сколько? Не вижу сколько. Не вижу сколько. 400 грамм. 400 граммов. Это иркутский производитель Янта. Почему майонезный соус? Потому что на вкус майонез, а в составе там крахмал. Так, дальше. Так что, наверное, для поста будет самое то. Так, кто Великий пост соблюдает. Так, фарш домашний, говядина плюс свинина. 279 за килограмм. Кило 14 граммов. 282,91. Где у нас красавчик фаршик. Вот, между прочим, очень приличный фарш. Я не знаю, какая здесь составляющая, что здесь жир. Но никаких таких посторонних неприятных вкусов нету. Ну, я, понятное дело, живя в Казахстане, в казахской семье от свинины отвыкла, поэтому очень придирчиво к свинине. Таблетка для сливного бачка, свежинка. Не знаю, где она. Может быть, попадется еще. Не нашла. Так. Наверное, готово. Печенье «Сказочный узор». Сахарное, наверное, сладко. Вот он. Вот печенье здесь, в этой упаковке. 400 граммов. 25,33. 63 за килограмм. Так. Вафли «Южная страна». Яшкино. 296 граммов, 137 за килограмм, 40,55 упаковочка. Влажные салфетки «Аура» для интимной, 22,30. Вот они, Intimate Wet Club Vibes. Так, я прошу прощения за шумы, но, понятное дело, мы находимся на кухне. Она является гостиной и хозяйственным помещением. Шум идет от стиральной машины. Хорошо, что микроволновка уже замолкла. И еще телевизор работает. Ну и семья продолжает жизнь, активной жизнью. Так, платок носовой мужской ХБ. Две штуки. Это на презентике. Ну вот у нас считается нормальным. Преподнести небольшой презентик, на собой платок. Кетчуп «Моя семья» шашлычный.
Платок носовой 24,90 стоит. Ужас. Так, 36,50. Тихо. 36,50. Полотенце кухонное. Одно по 45 рублей. Упала доска, не выдержала вибрации. Так. Это, наверное, вот эта вафельная кухонная. Так. Салфетка махровая 30x30 по 48 рублей. Вот она беленькая. И что тут, две штуки, что ли? Да, две штуки. Тогда по 24, не по 48. Зефир ванильный город Тверь. Вот зефирчик. Так, по 180 килограмм, 33,91. Упаковочка. Ой, этот зефир в два раза дешевле почти, чем тот, который я покупала. Так, вареники с картофеля. Кило 266 по 99 за килограмм. Так, вот часть уже сварена. Часть вот осталась. И вареники у нас стоят. Так, вареники. 125,33. Молоко Холл питьевое. Так, ультрапастеризованное 2 по 32,50. Молоко 1,5%. Так. Кукурузные палочки абсолютно для всех. 22,15 вот эта упаковка. Не знаю, сколько здесь. Жевательная резинка Дирол не вижу, наверное, в кармане. Чай черный Рамук, 20 пакетиков, 1,5 грамма, 3 пачки по 8 рублей. Это тоже на презентике. Чай у нас в почете. Так, конфеты Нуга Рошен. Как вы думаете, для чего нам конфеты? Вы думаете, кушать? Нет, ничего подобного. Мы поставим его Бурхану. Бурхан это... божество. Так, Нуга Рошен, вот он. И здесь 100 граммов. Конфеты Шарлетта ореховый крем 82 грамма, и того меньше. Так, который из них Шарлетт, не знаю. Вот Шарлетт. Легкие конфетки. Так, дальше. Сахар русский пойдет туда же. Ну, я вам ссылку оставлю на то, как оформляется эта божница. Конфеты марсианка шок манже. Только что было. Вот марсианка. Колбаса вареная говяжья. Вот она. Так, колбасы у нас 500 грамм, по 260-130. Йогурт фрутис, абрикос, манго и клубника, яблоко по 18,90. Вот йогуртик. И ребенку. Так, ну вот и все. Вот вся покупка на 1316. Если вам было интересно, не забудьте поставить лайк. Напишите, какие цены у вас. Я всем желаю хороших выходных, ой, хорошей недели. Ну и вообще приятного времяпрепровождения в любое время года. Хороших покупок, здоровья, счастья, удачи, успеха во всех делах. Земляков поздравляю с наступающим праздником!